Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Ульяновском спортивном комплексе «Новое поколение». Соревнования посвятили основателю школы борьбы в Ульяновской области Анатолию Виннику. Почтить память выдающегося тренера приехали более 150 спортсменов из разных уголков страны. На открытии участников поприветствовал глава региона. В рамках церемонии открытия Алексей Русских вручил ульяновским тренерам и директорам спортшкол благодарственные письма Министерства спорта РФ и медали, посвященные 100-летию образования госоргана спортивного управления. Сегодня из 15 регионов собрались лучшие ребята, лучшие спортсмены. Это более 200 человек. Я уверен, что вы покажете здесь все свое мастерство, все свои лучшие качества. Заранее поздравляю победителей, тех, кто не зайдет на пьедестал почета. Не огорчайтесь, победы обязательно придут, победы обязательно будут. 150 борцов до 18 лет приехали из Мордовии, Башкортостана, Мариэл, Удмуртии, Чувашии, Пермского и Краснодарского края, Нижегородской, Пензенской, Самарской областей. Уровень подготовки спортсменов высокий. Греко-римская борьба активно развивается в нашей стране. Все больше подрастающее поколение выбирает этот вид активности. Очень сильно развитый вид спорта, так как в нем развиваются почти все группы мышц и в отличие от других видов единоборств, здесь не применяются никакие силовые удары, приемы. То есть все для более, так сказать, в легком виде. То есть никаких травм, ничего, ну, очень мало малый шанс травмироваться здесь. Ульяновские спортсмены за два соревновательных дня завоевали 15 медалей. Из них 6 бронзовые, 7 серебряные и 2 золотые. Уровень организации вообще в Ульяновске всегда проходит на самом высоком уровне. И среди участников есть также победители и призеры первенства России. Это, ну, о чем-то говорит, что уровень данных соревнований хороший. Каждый доходит до взрослой борьбы. Вот. Поэтому есть, которые невзрачные ребята, но они терпят, трудятся, проигрывают, встают, доказывают, слушают тренера, родителей. И единицы доходят до верхушки, до верхней ступени. Впереди у спортсменов еще одно важное состязание – первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет во Владивостоке в начале марта. Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.